Сорт или гибрид? Что же выбрать? Огурец – это одна из тех овощных культур, при выращивании которых предпочтение стоит отдать гибридам. Они имеют ряд преимуществ над сортами. Огурцы, высеиваемые сортовыми семенами, передают из поколения в поколение как положительные качества, такие как урожайность, шиповатость, вкус, цвет и запах, так и отрицательные – это наличие горечи и неустойчивость к болезням. Сортовые семена беззащитны перед ложной мучистой росой. Гибридные имеют отменный вкус и никогда не горчат. Из-за пучковости урожайность их выше, чем у сортовых. Да и самоопыляемыми у огурцов бывают только гибриды. К тому же они более чем сорта устойчивы к болезням и к неблагоприятным условиям. Если вы планируете выращивать огурцы в тепличках, остановите свой выбор на гибридах. У гибридов один только минус – они не годятся для получения семян.